Значит, спасибо, Дима, смотри, за, значит, донат. Реквестирую реакт на клип лучшей группы. «Черный государь» называется группа. Блин, если есть «черный» в слове на название группы, то, как известно, будет... У меня большие уши, я много слышу, но мало ем. В ресторане вместо суши на бизнес-ланч возьму проблемы. Мне на балконах всегда душно. Короче, будь я 15-летней девочкой с чокером в больших очках, я был бы в полном восторге. То есть, так сказать, дебильность текстов, противнейшая драм-машина, басуха, как бы стилистика постпанк, вот этой всей движухи новой русской волны выдержана идеально. Но я, конечно, такое не особо люблю. Давно вы выпустили клип? А, недавно совсем. 5 часов. То есть они буквально только-только выпустились, да? Слушайте, ну 1030 просмотров наберет, я думаю, должно. Пойдет, я думаю. Человек 50 в Москве можно будет собрать когда-то, наверное, даже. Если уметь этим самым, конечно, пользоваться. А не как я. Все почти тоже в одной локации. Как бы чуть-чуть меняется, но по сути одно и то же в одной и той же локации с разных ракурсов. Я представляю, это такая студия, типа, да, там белая такая херня, просто в углу одного, в одну комнаты огромной такой, наверное, да? Мы с Коломрифом что-то похожее у нас было. Называется «Черный государь». Это как «Черный властелин», только, наверное, государь. Да прикольно, на самом деле, что ты скажешь. То есть, ну, как раз вот про то, что Леха из Бао говорил, про конъюнктурность, да, то есть, по-моему, вот это вполне... Ну, то есть, может, я, конечно, что-то не понимаю, может быть, что девочки 15-летние... Надо у них спрашивать, а не у меня. То есть, самое главное — это найти именно фанатов всякого вот этого вот говна, типа, там, ну, чё, на что это похоже... На всякие, блядь, буераки, там, фестиваль боли, прочее говно. И надо у них спросить. Вот, если они это как бы примут, то все. Типа, это прям. Ну, по-моему, типа, точно такое же говно, как буерак. То есть, точно такой же дебильный текст, типа, большие уши, в ресторане съем суши. То есть. Вот. Куплю сардин, живу один. Ну, то, по-моему, все как надо. Вот, насколько я понимаю, конечно. Но, может, я что-то не понимаю в этой жизни.